Добрый вечер, дорогие девочки. Продолжим нашу тему искусственных цветов именно из ткани. Все мы знаем, что, значит, несколько лет уже многие рукодельницы делают цветы из фоамирана, из азалона. Но еще мы знаем и то, что цветы делают из ткани, из таких, как можно делать, из батиста, из льняного полотна, из шелка, из крепдешина, крепсатина, атласа, шифона, а также бархата и панбархата. Значит, ну для того, чтобы сначала, значит, выбрать цветок, нужно подобрать ткань и обязательно ее зажелатинить. Значит, обычно шелк искусственный и шелк натуральный, его лучше всего, конечно, желатинить. И также бархат с панбархатом. А остальные ткани, конечно, можно, ну, крахмалить картофельным крахмалом. Значит, как готовить этот крахмал? Готовить его следующим образом. 1 столовую ложку картофельной муки разводят в небольшом количестве холодной воды. А затем, непрерывно помешивая, заваривают стаканом крутого кипятка. В крахмал опускают сухую ткань, смачивают в нем, расправляют, очищают от комочков и сушат. Сушат, но повесить нужно именно на веревочку и зацепить только за краешки. Также можно ткань сушить, натянув ее на пяльца. Тоже это выход из положения. Дальше при крахмалении желатином берут 3-4 ложки желатина или же 2-3 пластинки листового и заливают 1/2 стакана холодной воды. 30-40 минут желатин у нас разбухает. В него вливают 1/2 стакан крутого кипятка и размешивают. Если желатин не разойдется полностью, его подогревают. Затем сухую ткань опускают в горячий раствор желатина, отжимают между пальцами, то есть как, вы берете всю ткань в ладошку и отжимаете, чтобы у вас этот жидкий раствор прошел через ваши пальцы. И затем сушат на веревочке также или в пяльцах. Гладят материал только в сухом виде. Бархат крахмалят только с изнаночной стороны. Вот это, девочки, надо хорошо запомнить. И то при том на весу. Или положив его лицевой стороной на надежную щетку. На щетку. Вот. Значит, после просушки бархат гладят также с изнаночной стороны. Вот вам краткое описание. То есть вы просто вслушаетесь, вдумаетесь, и у вас все получится. Если вот кто хочет делать быстрее нас, то есть бежать быстрее паровоза, мы еще наглядно цветы эти не делали. Но суть-то, знаете, вам нужна только хорошо накрахмаленная ткань. А весь ход работы, вырезка этих лепестков для розы, то есть само буление. Это мы с вами все проходили, мои хорошие. Поэтому дерзайте.